Давайте уж играть, блин. Ну это ты говоришь, да? А ты кто у нас? С Альянса или? С Люксов. Ну я понял. Ты кто у нас? В смысле? А, штурм? Каким классом играешь, штурмовиком? Штурмом, я с этим маячки сначала раскидываю. Не надо, маячки мне кидают, я сам кидаю. Ты значит штурм, да. А Гальян? Гальян или кто? Кто конкретно и пушку скажи? Штурм, а кто и пушку? С Диволем бегаю. Гальян с Диволем. Весом больше знает. Не, я просто посмотрел по скафандру. Бегаем все отрядом, не надо мне тут соло игры. Захват скоро, может, сходим еще. Сейчас на Кропуаре был? Был. А? На Кропуаре был? Меня не звали. Сейчас начнется бой, никто не резается. Понятно? Давай. Это ПВК режим. Это что, это ПВК, понял, все. Ну это с ПТХами. Изначально бегаете все с ПТХами. У нас нет оружия против техники. Никто у нас со фарм-ракетометом не бегает. Или с фарм-ракетометом. У меня есть фарм-ракетомет охуенный, есть ПТХи охуенные. Все ПТХи. Вот у меня все есть. Даже снайперка есть, у меня вообще все есть. Все разобраться. Мне только форжа нету, потому что мне... Мне нужен вообще на штурмовике с ПТ-шной гранатой, с патронами. Штурмовик с ПТ-шными есть, с патронами. У меня, блин, 25 фитов сделано. У меня 2 фита, и не хватает. А у меня 25. И все разные. Не резко. Новый резко. Ждем маяка. Окей. RDV request accepted. ETA. Так, врага уже вижу, техника. Ну, так, наш маяк. Спаун. Резайтесь возле маяка. Сейчас напой. Занимаем мост. Рядом. А медикал поинт. Не знаю, он поймет, будет какой поинт. Занимаем мост, его держим. Смотрите, перейдите несколько подгрупп и смотрите мост прохода. Буквально сейчас аккуратно стойте там. Дима, не подходи близко. Гранаты не скидают. Рэмпипи, как тебе обращаться? Поднимись на рейтинг. Рамбламбо! Рамбламбо, я твой ник, к сожалению, идиот, считай. Там нет, там. Так, у нас на соплайке движение, и вот прямо, короче. Не надо, не надо, не важно, вернитесь на мост. О, хрен его-то убежали. У меня здесь рядышки совсем. Вон свечу их всех. Не надо трое. Мне светить. Наша задача не бить их так. Бесок. Да, просто, не знаю, просто указания не можешь сделать. Сейчас нет.
Мы должны потом с моста перейти вот сюда на банк, да, не говорят. На саплайке 5 человек. Не важно. Прощайтесь. Пидорас! Поднимайтесь наверх. Срочно. Пока меня во фланг не ударили. У кого у нас маяки есть? Еще вопрос. У меня есть, у него фланги. Нет, мне не надо. Сейчас, на данный момент. Прямо сейчас нет. Ладно, ну все, отбой. Как все же едет? А. На поинте раскидайте патроны. На подходах к этому туннелю. Сейчас будем базу атаковать, торопимся. Писон, а вот ты где бегаешь? Да я вот тут джип уебал, который хотел заехать по центру. Здесь я рядом с вами. Они же сзади атакуют еще, там вход, его никто не держит. По центру джип идет. Просто готово выходить уже. Твои ПТшки нам тут еще нужны. Моя одни ПТшки вряд ли выдержит. Ну мы комплекс туда потеряем. Главное выходим комплекс. Давайте поднимаемся наверх. Неожиданно он меня сзади задавил. Пробуйте резать. Хотя меня задавили. Аккуратно атакуйте. Мне что-то так лагает, вообще пиздец, вот здесь вышел с комплекса, ничего не могу сделать. Какая-то балда полная. Заметил, сейчас как я... Сейчас, если кто сдохнет, не резай, если Дима не резай. Понял? Угу. Кто не резай. Отходите в комплекс обратно. Я вам предупреждал, потому что... На саплай интересно, если маяки есть. Давай. Дима и все остальные. Вон танк едет. Откуда? Ага. Вот, Дима прямо к нам подъезжает. Вот он думает, держите позицию, раскидайте больше патронов. Мне нужны больше патронов. А потом на машину. Ходите аккуратно, атакуйте там. Пропустите машинки. Вы кто-то лечит, что ли? Его лечат, по-моему. Вот эта машинка, это лечит. Бля, у него так лагает, пиздец, просто я хуй знает. Нереально. Говори. Блин, меня взорвало, все с него. Аккуратно, бесон, снайпер. Вижу. Не патроны выходите здесь до конца, не готовы ни хера. Да. Поддерживаем просто здесь центр. Так, снайпер вон с моста вот. Танк, сейчас да, танк подъедет езжай поближе. Я зря ЕМ убрал. Давайте еще патронов мне сюда, на подходах.
Обязательно. Блять, меня сложил снайпер, походу. Мне это империал добил. Я ополчение. У нас вылет. Да у меня сначала снайпер попал, а потом добил. Танк, кстати, горит, парни. Да все, его разобрали. Я в него 5 ПТ-шек успел кинуть, прежде чем меня ебнули. Винты все кидали. Это не важно. Блять, снайпер до сих пор стреляет. Так что аккуратно. У нас потери, сколько людей? Бау, двое вылетело? Али один. Сзади. Ну ё-моё! Я думаю, ты его должен уж добить. Да кого добить, Юрки? Я тебе говорю, у меня, блядь, стоит на месте, не двигается даже. У меня так лагает, что понятно. Пиздец. Я надо понял, перезаходить, это все хуйня, это не война. Как на крупаре, блядь, понял. Просто картинка за картинкой идет. Иди в комп. Ты вроде стреляешь, нажимаю стрелять, а нифига. Видишь, вон говно есть. Пехота, ребята, пехота. Молодец, медик. Блять. Так, ладно, я, короче, пошел перезаходить, это полная балда. Есть, оттуда. Потом подберете меня. Да, хорошо. Держите оборону, медикал, оборона. Наверх лезут. Это ж плохо. Давайте обратно в комплекс. Комплекс. Атаку не удастся провести. Снайперы и машинки полные. Давай сбоку. Пошли сбоку за ним. Accomplished. Hostiles eliminated.